5 мая в Каспийске состоялся концерт параду Дома ветерана. Отметим, что в этом году концертная программа проходила во дворе ветерана Великой Отечественной войны Мусыба Гаудинова и Нины Сахниной. В концертной программе приняли участие воспитанники образовательных учреждений города. Они, в свою очередь, продемонстрировали яркие и впечатляющие номера. Мероприятие посетили почетные гости, заместитель главы города Каспийска Казбек Демиров, председатель собрания депутатов Абдулвахид Джаватов, военный комиссар Марат Пашаев, заместитель командующего краснознаменной Каспийской флотилии капитан первого ранга Сергей Ракаускас и многие другие. Для всех гостей торжества звучали патриотические песни в исполнении именитых артистов Дагестана. После завершения концертной программы представители администрации других структур города лично поздравили ветерана Великой Отечественной войны Нину Сахнину с предстоящим праздником – День Победы. Вы самое дорогое, что у нас в городе. Вы создали этот мир, оставили нам этот мир в таком виде. Вам большое спасибо. Здоровья вам крепкого. Самые большие сердечные пожелания от администрации города, от Каспийской флотилии и наших социальных служб, от всех вам. Сердечные поздравления и пожелания крепкого здоровья. Завершилось мероприятие торжественным парадным маршем Каспийской морской флотилии совместно с воспитанниками образовательных учреждений города.